С новыми силами Общественная палата Бийска возобновила свою работу после летних каникул. И первый вопрос, который обсудили общественники – итоги летнего детского отдыха, на организацию которого из муниципального бюджета было выделено почти 2 миллиона рублей. В этом году стоимость путевки в оздоровительный загородный лагерь на одного ребенка составляла от 14 до 16 тысяч. Самой востребованной и оттого более дорогостоящей стала первая смена во всех трех действующих муниципальных лагерях. А это «Ракета», «Лесная сказка» и детский эколого-туристический центр. Добавим, что 98% детей, согласно докладу начальника управления образования, были охвачены тематическими экскурсиями, культурными и спортивными мероприятиями на территории города. Тысячи несовершеннолетних трудились в строительных бригадах, на что также из бюджета выделено более 2 миллионов. Отметим, одним из первых вопросов председателя общественной палаты стал вопрос о судьбе еще одного муниципального лагеря, который в этом году не был задействован. Судьба лагеря «Факела». На сегодняшний день проводятся ремонтные работы по восстановлению. Мы работаем над ремонтом корпусов, меняем оконные блоки, наплавные крыши, делаем отмостки, восстанавливаем. Не восстанавливаем, ремонт столовой проводим. Мы планируем, что на будущий год лагерь «Факел» будет открыт в летний период.